Центральную проходную предприятие «Мотор-Сич» украсил макет первого российского самолета «Биплана» «Кудашев-1». Уменьшенную копию этого самолета сегодня видели наши корреспонденты. Биплан «Кудашев-1» – это легкий самолет с тянущим винтом, вес которого достигал 320 килограммов. Каркас самолета был сделан из сосновых брусков и реек и обтянут прорезиненным полотном. 23 мая 1910 года Кудашев совершил первый в России полет на этом самолете на несколько десятков метров в длину. Примерно год назад по инициативе Вячеслава Александровича Богуслаева было принято решение о создании первого русского самолета, точнее говоря, его макета. И обратились к нам, как к клубу научно-технического творчества, с просьбой рассмотреть вопрос о возможности изготовления. Сейчас, примерно 7 месяцев назад, приступили к изготовлению самолета «Кудашев-1». Поднятие макета самолета над проходной ООО «Мотор-Сич» было приурочено к столетию со времен первого в России полета. С этого момента каждый день макет самолета «Кудашев-1» будет напоминать моторостроителям о том, каких высот добилось самолетостроение за 100 лет.